рука просто перфекта. Две метки охотника в 2К19 в мид-ханте. Красиво. Но побежит на следующий ход. Сейчас она будет ждать своего часа. Пока что та самая метка охотника. Ну, кстати, против... Мы тут шутки шутим, а в целом против Дезерватл Ханта две метки можете сыграть. Катрен. Ну, там же нет второй метки, Александр. Ну, не существует же. Нет. Звери. Вот тебе, пожалуйста. Возможно, даже яд. И это яд. Конечно, яд, конечно. Негодует немножко Сильверней. Ну тут есть чего не негодовать. Это он еще метку не видел вторую. Это две черепашки. Ну черепаха, блядь, MVP этого дополнения. Пахи, ну они как бы неплохо тебя убивают. Пойдет. Ситуация становится критической для немецкого киберспортсмена. Еще разыгрывается бомба-паук. И последний ход для Ксикса. И это последняя раскопка надежды. Есть волчонок. Это еще плюс две атаки. Волк-кабан. Это еще две атаки. Возможно. И Хаффердаст летал. Хаффердаст летал. Да нет. Да ладно. Это шанс на летал. Да нет. Нет, это летал. Это просто, смотрите на реакцию Сильвернейма. Он просто встал и вышел. Это просто не поддается объяснению. О, мой бог! Филигранная игра от немца. Просчитано. So he has Dynamo in his deck. Oh my god, do we have Leap? Feels good, man. He can kill this, which is why I pick it. Can't kill it, right? Anyways, we have 7, we have 8 and 8. Wait, we have lethal. Thank you, Random Malagos. Easy clap. Malagos Hunter. Well, let's Omega kill him. Are you guys ready? I am. Ooh. Oh, we stole Omega Kill. Are you joking? Cataclysm over. Wow. What I'm supposed to do now?
Wait, what is that? Soulfire? Are you kidding me? Turn one? Turn one, Jiraxxus. Hi, YouTube. Oh my God. Что за bullshit? Dragon's Fury. Ха! Еще за 7! Are you mad? Ok, maintenant on réfléchit. C'est vraiment trop marrant, putain. Je peux me taper en fond avec lui. Недолговечно, в отличие от кристалла.